Хочу вас познакомить с прекрасным домом, находящимся в пригороде Боровска, состоящий из двух этажей и сделанный из силикатного кирпича. Прошу. Первый этаж дома состоит из двух жилых комнат, плюс одна комната обеспечения и один санузел. Пойдемте за мной, я вам все покажу. Здесь находятся две прекрасные комнаты жилых, спальня. Везде проведено электричество. В каждой комнате сделан теплый пол. В данной комнате расположена в этой части дома также дополнительная душевая кабина. Предусмотрено также под водоотведение и непосредственно бойлерная часть. Скажем так, все жизнедеятельность дома будет происходить и происходит оттуда. Пройдемте сюда. Посмотрим также щиток. Все сделано новое, качественное. Дополнительный гостевой вход. Как я уже говорил, весь первый этаж дома сделан теплой полочкой. Новая лестница, обратите внимание, на дверь сделан обновленный дуб. Пойдемте на второй этаж, я вам все покажу. Второй этаж комнаты, также небольшая спальня с прекрасным большим окном. И также хозяйская комната. Обратите внимание на прекрасный вид и удаленность домов. Дальше по коридору прямо это гостевой санузел дополнительный, третий в этом доме, и кладовка. Опять же, дополнительная спальная комната и большая гостевая.